В Муроме начался демонтаж рынка на Советской. Напомним, ее участок от улицы Ленина до улицы Первомайская решили сделать первой в городе пешеходной зоной. Снос ярмарки стал одной из отправных точек подготовки к строительству пешеходки. Поэтому продавцов, что обычно стоят здесь ежедневно с 9 утра до 3 часов дня, сейчас нет. Зато есть рабочие, подчищающие остатки торговой деятельности. Муромляне этому только рады. Магазинов, дескать, и так хватает. А лотки портят вид, и на будущем местном Арбате им явно не место. Если здесь организовать все, фонтанчик, конечно, было приятно отдохнуть, посидеть. Очень были бы рады, очень мы от всей семьи были бы рады, если бы здесь сделали пешеходную зону, вы имеете в виду, да? Да, да, только за. Достаточно места для пешеходной зоны и достаточно места для рыночной площади. Предприниматели без точки сбыта не останутся. Вместо лотков планируют возвести новый городской рынок. Стоит отметить, что строительство пешеходки – первый серьезный градостроительный проект за последние десятилетия. Как пишут наши коллеги с портала Муром24РФ, на Советской также хотят снести несколько старых зданий и построить на их месте новые и реконструировать памятники архитектуры.